Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекаясь в состояние. Это я уже от себя добавляю. Он говорит, чтобы укрепляться Господом и могуществом Его силы, необходимо облекаться. Одеваться. В это состояние, то есть в это всеоружие. То есть эти состояния, они названы оружиями. Потому что можно было противостать против козней и так далее. То есть это состояние позволяет стоять в трудные времена, быть наполненным Духом Святым в трудные времена и побеждать, что бы ни приходило в твою жизнь, преодолевать. Амен? Амен. Итак, встаньте, припоясав чресла ваши истинную и облегшись в броню праведности, и обув ноги в готовность благовествовать мир. А паче всего возьмите щит веры, которым вы сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого. И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие. И всякую молитву и прошение молитесь во всякое время духом и старайтесь об этом самом со всяким постоянством и молением о всех святых. Амен. Аллилуйя. Ты один, Бог среди богов.
Бог среди богов, Иешуа, 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 Иешуа. Только ты один, только ты один, Царь царей, только ты один, Бог богов, только ты один, только ты один, Иешуа, только ты один, Царь царей. Только ты один, Бог богов, только ты один, только ты один, Иешуа, ты достоин, ты достоин всей хвалы и славы, твое имя выше всех имен. Наш Мессия, Сын Давида, Царь наш, ты один, Бог среди богов, ты достоин всей хвалы и славы, твое имя выше всех имен. Наш Мессия, Сын Давида, Царь наш, ты один, Бог среди богов, ты один, Бог среди богов, ты один, Бог среди богов, Иешуа, Иешуа. Бог, ты достоин.
все хвалы и славы. Твое имя выше всех имен. Наш Мессия, Сын Давида, Царь наш, Ты один посреди богов. Ты один посреди богов. Ты один посреди богов. Иешуа. О, Иешуа. О, мы славим Тебя, Иешуа. Иешуа. О, поклялся, улыбался. Это спасение, Твое имя — это надежда, Твое имя — это победа. Иешуа, Иешуа, о, в Твоем имени есть сила,
В Твоем имени есть защита. В Твоем имени есть победа. Иешуа, Ела Масела Кора Маламасе. Мы облекаемся в Твое имя. Мы облекаемся в Твое имя, которое полное силы, полное победы, полное спасение, оно полное надежды. Комарамасенда малаке намасондо, кембала малала кела маламасендо. Нет другого имени, которым бы мы могли спастись. Нет другого имени. Нет другого имени. В Твоем имени есть великая тайна. Перед Твоим именем трепещет весь ад, весь духовный мир. Перед Твоим именем склонится всякое колено. Урамакела масо, Ешакия маламаконда маналамасе, Иешуа, Иешуа. О, Твое имя высокая башня, крепость. Ломана манаманакия манасе. В Твоем имени я могу укрыться. В Твоем имени. Ломакела масо. В Твоем имени я безопасен. Вардоквапс.
Aktyvuojasi. Kaip šuo žino savo šeimininko kvapą. Kaip šuo žino savo šeimininko kvapą. Aš galiu eiti pėdsakais. Aš vis vien rasiu.
Я в Тебе готов. Я готов. Я в Тебе готов. Возвещать весть о мире. Пасы рощас, аж сокол двасни, апранга, что вето. Пасы рощему апранга, скелт Евангелия. Vienas iš dvasinių ginklų. Vienas iš mano dvasinių drabužių. Jėzau. O, tu turi šitą aprangą. Turiu tokius pačius. Aš pasiruošęs. Visada pasiruošęs. Man nereikia ruoštis. Aš esu pasiruošęs. Tobulai pasiruošęs. Nes tu atlikai viską. Aš skelbiu pasiruošimą. Aš skelbiu pasiruošimą. Aš pasiruošęs. Aš pasiruošęs. Visada pasiruošęs. Aš pasiruošęs. Aš pasiruošęs. Aš pasiruošęs. Visada pasiruošęs. Aš pasiruošęs. Aš pasiruošęs. Aš pasiruošęs. Visada pasiruošęs. Aš pasiruošęs. Aš pasiruošęs. Aš pasiruošęs. Tobulai pasiruošęs. Aš pasiruošęs. Aš pasiruošęs. Aš pasiruošęs. Skelbti tai dvasinį pasaulį. Aš pasiruošęs. Skelbti tai dvasinį pasaulį. Aš pasiruošęs. 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 Tobulai pasiruošęs. Aš pasiruošęs. Aš pasiruošęs. Aš pasiruošęs. Tavyje pasiruošęs. Aš pasiruošęs. Aš skelbiu pasiruošimą. Aš skelbiu pasiruošimo rūbus. Čia parašyta, ne apsivilkit Evangeliją, čia parašyta apsivilkit pasiruošimu. O Jėzau. O Jėzau. O Jėzau. O Jėzau. Aš pasiruošęs. Aš pasiruošęs. Aš pasiruošęs. Aš sakau pasiruošimo būseną. Aš sakau pasiruošimo būseną. Aš sakau pasiruošimo būseną. Aš esu paruoštas. Tavęs paruoštas.
man nereikia ruoštis. Aš jau esu paruoštas. Aš pasiruošęs. Tiesiog pamatyk. Pamatyk savo kojas, kaip jos apsivelka. Tiesiog pamatyk tuos sandalus, tiesiog pamatyk. Kokios nuostabios kojos, skelbiančio evangeliją. 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 Visada pasiruošęs. Visada pasiruošęs. В духе и не в духе. Visada pasiruošęs. Visada pasiruošęs. Nuotaikoj ir nenuotaikoj. Kai patogu ir kai nepatogu. Bet kokiu metu. Visada pasiruošusios. O, tegul griūna melas. Tegul griūna melas. Kad tau reikia pasiruošti. Tegul griūna melas. Kad yra ypatingas pasiruošimas. Tegul griūna melas. Tegul griūna melas, tegul griūna melas. Aš sakau, tobulai paruošti. Aš sakau, tobulai paruošti. Tobulai paruošti. Duok, ką turiu. Duok, ką turiu. Tobulai paruošti. Tobulai paruošti. Я говорю, одеваются ноги. Одеваются ноги. Одеваются ноги. Почувствуй, как твои ноги оделись. Почувствуй, как твои ноги обулись. Почувствуй, как твои ноги полегчали. Как только ты обулся в эту обувь, почувствуй, как ты сразу стал легким. Как ты сразу стал мобильным. Как ты сразу, какая-то тяжесть ушла. Земля перестала притягивать тебя. То было и посыроще. Кеквианос. То было и посыроще. Кеквианос. То было и посыроще. Аж такой лянгвумас двася. Лянгвумас. Aš sakau, kojos pačios neša į gatvę, į kelius. Aš sakau, lengvumas dvasioj. Skelbiančios
Tarsi numėti į svorio per pusę. Lengvumas. Skelbiančių evangeliją, kokios nuostabios kojos. 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 Lengvumas dvasiai. Skelbiančių evangeliją, lengvumas dvasiai. Kokios nuostabios kojos. Skelbiančių evangeliją. Jos bėga, bėga, bėga. Как молодая лань. Я говорю, приходит духовная мобильность. Приходит легкость передвижения в духе. Приходит легкость передвижения в духе. Одетые в обувь, одетые в готовность, одетые в готовность всегда. Одетые в обувь, обутые, обутые в готовность. Мобильность в духе. Я говорю, мобильность в духе. Я говорю, легкость в духе. Я говорю, быстрота в духе. Я говорю, быстрота в духе. Я говорю, быстрота преодолевать. Я говорю, быстрота настигать. Я говорю, быстрота находить. Я говорю, быстрота передвигаться. Я говорю, быстрота. Я говорю, быстрота. И все, что было тяжелым, и все, что было неподъемным, и все, что держало привязанным, как на цепи, и все, что держало, как прикованным на одном месте, я говорю, это уходит, уходит, уходит. Я говорю, свободные ноги. Я говорю, свободные ноги. Я говорю, свободные ноги. Я говорю, как только одеваешься в эту обувь, падают, падают, падают цепи. Я говорю, падают оковы с ног. Я говорю, падает все, что удерживало ноги. Одевайся в эту обувь. Цепи падают. Все, что держало на месте. Все, что держало на месте. Все, что удерживало. Просто отряхни прямо сейчас ноги, отряхни прямо сейчас от всяких цепей, отряхни прямо сейчас. Просто ишманштин кояс, просто поюз, как крауяс дуада тау кояс, поюз, кокос йос лайсвос, поюз, кокос йос ленгвос, поюз, кокос йос мобилиос, поюз, прадек наудос саво кояс, тесо кояс, аж таку кояс, аж таку ишгидимый кояс, аж таку ишгидимый тесок добыры кояс, ишгидимас и юдейма. Аж такой ишгидимый и бет коки юдейма. Тесок грюна, бет кокса прибоймас юдет. Грюна, грюна, тесок дабар. Грюна, Иисус варду. Одетые в обувь. Одетые в готовность. Я вижу, как ангелы служат ногам
Ангелы сейчас двигаются и служат ногам. Я говорю, гивибе гришты коэс. Что гивибе гришты коэс. Спортик тургас на саво кою ир бек толяу, эйк толяу, эйк толяу. Nusipurtik dulkes nuo savo kojų ir eik toliau, eik toliau, eik toliau. Nusipurtik dulkes nuo savo kojų ir bėk toliau, bėk toliau, bėk toliau. Nusipurtik dulkes nuo savo kojų ir bėk toliau, bėk toliau, bėk toliau. Nusipurtik dulkes nuo savo kojų ir bėk toliau, bėk toliau, bėk toliau. Amen! Nusipurtik dulkes nuo savo kojų ir bėk toliau, bėk toliau, bėk toliau. Nusipurtik dulkes nuo savo kojų ir bėk toliau, bėk toliau, bėk toliau. Nes dar daug yra reiti, nes dar daug yra kur skelbti, nes daug yra kur trokšta Dievo. Amen! Nes dar daug yra kur eiti, nes dar daug yra kur skelbti, nes dar daug yra kur trokšta Dievo. Nusipurtik dulkes nuo savo kojų ir bėk toliau, bėk toliau, bėk toliau. Nusipurtik dulkes nuo savo kojų ir bėk toliau, bėk toliau, bėk toliau. Nusipurtik dulkes nuo savo kojų ir bėk toliau, bėk toliau, bėk toliau. Nusipurtik dulkes nuo savo kojų ir skelk toliau, skelk toliau, skelk toliau. Sakyk, aš pasiruošęs. Aš pasiruošęs. Sakyk, aš pasiruošęs. Sakyk, aš pasiruošęs. Valgyk tai. Valgyk savo lūpų vaisių. Valgyk savo lūpų vaisių. Sakyk, aš pasiruošęs. Aš pasiruošęs. Jėzau.
gyvi. O tie batai jaučia malonumą trypti priešą. Oi, kuo daugiau trypia priešą, to daugiau išskiria energijos. O jie užsikrauna. O jie jaučia malonumą. Mūšio laukė jie jaučia malonumą. Kaip psalmėse rašo, kai žirgas trypia kanopom. Laukdamas mūšio tie batai trypia, tiesiog nenustygsta vietoj. Jie laukia to mūšio, jie laukia. Kada mes pasakysim Dievui taip, aš pasiruošęs eiti. Tie batai laukia to azarto, jie turi savyje tą azartą. Jie turi tą ryštą. Eiti nešti tave. Mums atrodo, kad mes einam, mus neša. Mus neša ta Dievo jėga, tie gyvi Dievo batai. Jie neša į kovos laukus, į tas vietas, kur mes patys neįtume. Tie ryšto batai, jie žino tas vietas. O, haleliuja, Dieve, tavo šlovė. Tavo šlovė sklinda iš tų batų. Ryšto batai. Haleliuja, tavo šlovė. Tavo energija, ta energetinė šlovė, ta mėlyna šviesa. Ryšto batai. Vaikam kopijuoja batukus su švieselėm. Čia yra bandymas pamėgdžiot ryšto batai. Ta šlovė, kuris spinduliuoja iš ryšto batų. Kurie spinduliuoja Dievo vaivorykštėm. Kurie spinduliuoja šlovę. Aleliuja. Ryšto batai. Komandio, ryšto batai, komandio, komandio, pas mane ryšto batai, komandio, komandio, pas mane ryšto batai, komandio, komandio. Pas mane ryšto batai. Ryšto batai. Ryšto batai. Atėjo supratimas, kad kiekvienas turi skirtingus batus. Aš tiesiog matau, kažkas turi krištolinius batus. Tai yra, aš kiek suprantu, yra kiekvienam pagal skonį. Tai nėra, kaip armijai davė visom kerzus vienodos, nepatogius ir trinkuojas. Kiekvienas turi savo batus pagal savo unikalumą, pagal savo skonį. Aleliuja. Mėgaukis tais batais. Tu jas turi pagal savo skonį, pagal savo fantaziją. Aleliuja, masa kalam marahas ir leina, rūdži galam marahai. Aleliuja. Jesus, 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 eternal marahai, sakalai. Čifaja mane kristi, kalam narahan leini, lei maran narahai. Hallelujah, 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 hallelujah,
susidėvės. Jie niekada nesusidėvės. Jie niekada nesusidėvės. Bėga per kalnus ir viešpats sako, aš išlyginsiu visas duobes, aš išlyginsiu visus kalnus, aš ištiesinsiu visus kreivus kelius, tik tu sek manimi, aš išlyginsiu visus kalnus. Aš išlyginsiu visas duobes, aš ištiesinsiu visus kreivus kelius. Tik tu bėk, tik tu bėk, bėk. O, tik tu bėk, tik tu bėk, tik tu bėk. Облекайся в состоянии. Обсивил Бусяна. Облекайся в это состояние. Обсивил Табусяна. Вечное Евангелие. Омжено Евангелие. Евангелие, оно вечно. Евангелие омжено. Оно не устаревает. Меня сянстанте. Оно не выходит из моды. Оно является силой Божьей. И на Дева яга. Ко спасению каждому. По спасению каждого, кто поверит в Него. Кеквенам, который спотекес. Вечное Евангелие. Омжено Евангелие. Является силой Бога. И на Дева яга. Ко спасению для каждого. Ижгельбети кеквенам. Праздник Божьей жизни. Дел тисинго гивенимо. Это праздник Божьей жизни. Ты швенте Дево гивенимо. Это торжество Бога. Ты Дево швентимас, Дево швенте. Это Его праздник.
Tai jo šventė. Evangelija. Evangelija. Blagaja vėst. Geroji žinia. Eta praznik Boga. Tai Dievo šventė. Každai raz, kada ono zvučit. Kiekvieną kartą, kai jis skamba. Она разбивает козни, не, разбивает планы врага юнга, и выводит людей на свободу. Тебе нужно Евангелие, звучащее в твоем сердце, чтобы ты был облечен в это Евангелие, в этот праздник жизни, ибо это есть сила Божья. Сила Божья – это твоя победа. Это твоя победа над любыми обстоятельствами и ситуациями, потому что это победа для каждого, кто верит, для каждого. Неважно, сколько ты веришь. Евангелие – это сила Бога. Это торжество Иисуса Христа. Евангелие – это Иисус Шventimas. Это благость Божья, проявление Божьей любви и благости ко всем людям, каждому человеку, и к тебе, и ко мне. Это милость и любовь Бога, проявленная тебе. Будь облечен в это. Будь облачен в эту одежду Божьей любви, Божьей милости. Дево малоня здрабужись. Пусть никакой грех, он не стоит перед тобой и не строит дистанции между тобой и Богом, потому что Евангелие Иисуса Христа уничтожило это, уничтожило власть греха, уничтожило силу греха. Она убрала это. Не потравки отстума от тебя сердево. Евангелие, оно звучит вечно. Евангелие скамба амжинай. Потому что это сила Бога к спасению каждому, кто верит. Это твое спасение. Это твое избавление. Это твоя победа. В твоих обстоятельствах. В твоих проблемах. В твоих болячках. Это прорыв Бога в твоей ситуации. Это вторжение Божьей силы и Божьих ангелов в твою жизнь. Это выход из безвыходной ситуации. Это победа Иисуса Христа. Это торжество Его победы. Это живое Евангелие. Оно звучит вечно. Ангел летит по небу и несет вечное Евангелие. Оно звучит по всей земле. Евангелие Иисуса Христа. Иисус Христос Евангелие. Облекись в этом. Облекись в этом. Пусть живет он в тебе. Пусть наполняет. Пусть вкус его будет на твоих устах. Знаешь, какой вкус Евангелия? Это вкус Божьей победы. Она сладкая, как мед. Она сладкая. Кулабанемене. Победа сладкая. Ух, аллилуйя. Вкушай, вкушай победу, вкушай, вкушай ее в твоей жизни, в жизни близких, в жизни родственников твоих, в жизни знакомых, в жизни незнакомых, в жизни коллег по работе. Евангелие – это победа. Победа. Победа! Таргаля. Поэтому оно сладкое. Оно приятное на вкус. Ты молони, рогауте. Ты в нем стал победителем. В нем ты победил обстоятельства. В нем ты наступил на силу вражью. В нем ты наступил на змеев и скорпионов. В нем ты поразил волосатое темя беззаконников. В нем ты поразил врагов. Ты
Это победа. И пергалė. Евангелие. Евангелиос пергалė. Это победа. Евангелие это пергалė. Пусть звучит везде победа. Пусть звучат слова победы. В твоей ситуации пусть звучит Евангелие. Победа Иисуса Христа. Над обстоятельствами. Победа Иисуса Христа над болезнью и немощью. Победа Иисуса Христа над врагами. Победа Иисуса Христа над ложью, над предательством. Победа Иисуса Христа над изменой. Победа Иисуса Христа над кознями врага. Победа Иисуса Христа. Победа Евангелия во всех обстоятельствах. Ты торжествуешь победу через Евангелие. Ты торжествуешь победу. Ты шventi pergalę per Evangeliją. Это праздник жизни. Аллилуйя. Наполняйся. Вкушай этот вкус. Вкушай этот вкус победы. Пусть выпрямляется твоя спина. Пусть распрямляются твои плечи. В нем ты стал победителем. Через Евангелие Иисуса Христа ты обрел победу над врагом. Уч! Торжествуй победу. Ragauju, savo viešpaties pergalę. Ragauju, savo viešpaties pergalę. Ragauju, savo viešpaties pergalę. Ragauju, savo viešpaties pergalę. Евангелие Иисуса Христа — это сила Божия для спасения каждого, кто поверит. Евангелие Иисуса Христа. Jėzus Kristus Evangelija. Это спасение Божие. Tai Dievo išgelbėjimas. В любой ситуации, в которой ты оказываешься в жизни. Kurioje tu esi ir duri per gyvenimą. Слово говорит, Евангелие это спасение для тебя в этой ситуации. Evangelija yra išgelbėjimas. Иисус – это ответ. Jėzus yra atsakymas. Иисус – это ответ Бога. Jėzus yra Dievo atsakymas. Для тебя, данный тебе. Tau, kur tu randies. Иисус – это Божий ответ. Jėzus yra Dievo atsakymas. Божие исполнение обетований. Dievo pažado išsipildymas. Потому что в нем
произошло это исполнение Божьих обетований. Nes в нем vyko, это дай аминь. Это Божья победа. Dievo pergalė. О, пусть эта победа звучит везде. Tegul ta pergalė skamba visur. Пусть эта победа будет на устах твоих. Galnai būna tavo на твоих устах. Пусть эта победа будет на твоих устах. Пусть победа Иисуса Христа будет на твоих устах. Ни стенание, ни поражение, ни проигрыш, но победа Иисуса Христа. Но победа Иисуса Христа пусть будет на твоих устах. Ни страх, ни болезнь, но победа Иисуса Христа пусть будет на твоих устах. У тебя есть ответ для каждого, для твоих соседей, которые придут и скажут, у нас проблемы. Ты им скажешь, а я знаю ответ. Это Евангелие Иисуса Христа. Для близких, для знакомых, для незнакомых, которые скажут, я не знаю, что делать. Ты скажешь, а я знаю. Ответом является Евангелие Иисуса Христа. Это победа, победа Иисуса Христа. Это сила Божья ко спасению каждого верующего. Это сила Бога. Победа на устах звучит у меня. Победа на устах. Победа на устах. Я праздную Божью победу. Я праздную Евангелие. О, каждому, кто поверит. И иудею, и эллину, и еврею, и язычнику. Иисус Христос – это Божий ответ. Это Божья милость и Божья благодать. Это Божья сила. Божья сила. Писание говорит, укрепляйся могуществом Его силы. Укрепляйся Евангелием. Укрепляйся Богом. Потому что это победа. Это победа обстоятельствам. Это победа болезнью. Над болезнью. Это победа над грехом. Это победа над проблемами. Это проблемы, разрешенные в твоей жизни через Евангелие. Будь готов, будь готов, будь готов говорить, я знаю ответ на твою ситуацию. Ответ на твою ситуацию – это Евангелие Иисуса Христа. Аллилуйя! Аллилуйя! Божья победа, победа Евангелия, она сладкая на вкус, это мед. Ой, аллилуйя, аллилуйя. Амен? Амен. Пусть Евангелие, оно в тебе будет. Амен, амен, амен. Благовестие, дерзновение Бога.